Болтушки от Болтушки! Приветик, мои дорогие подписчики! Ой, вы знаете, почему я сейчас снова с вами? И почему я сейчас снова в этой потрясающей игре «Растения против зомби»? Дело в том, что в прошлый раз мне удалось победить мини-игру без почти какой-либо подготовки. А мини-игры становятся все сложнее и сложнее. И я хочу это повторить. Геройство! Мне так нравится быть победителем. А вам? Напишите мне об этом в комментариях. Вам нравится побеждать? И обязательно опишите, какие у вас были победы. Ну, приблизительно так в ближайшую недельку или две. В общем, пишите мне в комментариях, очень интересно. А я попробую ради вас совершить еще одну победу, еще один подвиг. И, конечно, это будет мини-игра. Ох, последний живой. Название мне этой мини-игры совершенно не нравится, потому что мне кажется, что последний живой буду я, а не зомби. Ну, в общем, будем что-то стараться делать. Не знаю, что получится. О-о-о, тут действительно последний живой. Почему-то у меня начинает в животе вот аж бурчать, бурлить. Из-за того, что я думаю, что все-таки сбудется мое предсказание, и последний живой в этой игре буду я. Итак, у меня 5000 солнышек, видать, больше солнышек не предвидится, и отсутствие солнечных растений. Так я и знала. Мне нужна такая стратегия, чтобы это всех зомби уничтожить. Ну что ж, там были орехи. Вообще, я видела, что в игре последний герой или последний живой было много орехов. Поэтому мы и возьмем много защитных растений. А еще я бы хотела взять каких-нибудь дешевеньких растений. Правда, тут из дешевеньких. Так, у меня есть лист кувшинки, кабачок, утягиватель. Это затягиватель. Это, по-моему, тоже очень хорошо. Но я вообще не беру никаких боевых растений. Это мне совершенно не нравится. Так я возьму кот-камыш, потому что это растение всегда меня выручало, и хоть оно дорогое, я все равно возьму это растение. Так, ну что же мне делать дальше, кого же еще мне взять? Тут столько страшных зомбачков. Может быть, мне взять магнитик? О, магнитогриб спит, но он бы мне очень подошел бы. Может, его как-то разбудить при помощи вот этого бобика. Ой, зачем мне этот капуста? В смысле, зачем мне этот арбуз? Так, ну что же последнее? Что же последнее? Надо было бы все-таки чего-нибудь подорвать. А чем же это подрывать? А, да, конечно, не очень, я вам скажу. Чем я буду сражаться, вообще непонятно. Надо было бы хоть какое-нибудь растение, которое будет первых зомби уничтожать. Ну, ладно, давайте попробуем без магнита. Возьмем какого-нибудь грехострельчика. Может, какую-то зернопульту, что ли, взять? Ой, даже не знаю, что-то мне не нравится вообще эта ситуация. Ну что ж, я погнала. Буду высаживать. Ага, тут сразу. Вы сможете пережить 5 волн? Я не уверена. А, мне надо сразу выставить свою команду. Ага, и чтобы эта команда пережила 5 волн. Ну что ж, давайте попробуем. Для начала, я думаю, мне нужны кувшинки. Потому что я буду садить... Ой, а кого я буду садить? Я буду садить кот-камыш. Я знаю, что это глупо, наверное, что это совершенно неподходящая стратегия, что я выставляю кот-камыш и теряю уже 1000 солнышек. Так, что же мне делать дальше? Кот-камыш, интересно, он вообще справится с чем-нибудь, с какой-нибудь задачей? Ну вот мне за высокие эти орехи вообще непонятно, стоит ли их ставить. И стоит ли сразу ставить растения? Ну, давайте мы поставим вот тут вот немножечко. Раз, два, целых 5 волн. Обалдеть. Ну что, я попробую. Так, грохострелов тоже ставить или лучше не надо? Даже не знаю, как поступить в этом случае. А я потом смогу использовать солнышки, потом выставлять по ходу дела. Ладно, я поставлю еще кот-камыш. Конечно, уничтожу очень много всего.
Так, орехи. Ну, тоже я бы хотела начать нападение. А там уже посмотрим, что будет. О, смотрите, прикольно. Газетчики сразу пошли. А, вот в чем дело. Ну, ничего, мы будем стараться. Давайте все-таки поставим этих грохострелов. Немножко. А, я не могу поставить. Я могу поставить сразу, а потом только ждать. Ха-ха, прикольно. Ну, а чего же мне ждать-то? Я бы хотела сразу поставить. Так, монетки я буду собирать. Ой, кот-камыши так классно справляются. И я вам скажу, зернопульта тоже маслом как ударит, мало не покажется. Так, что еще? Я еще вот здесь вот пару штучек поставлю. Пускай они... Ну, первая волна, я так подозреваю, будет самая маленькая и самая несчастненькая. Ну что ж, раз мы уже взялись, значит, мы должны справиться. О, да. Так, если какая-то линия начнет просто зарываться, нам нужно будет к ней поставить какой-нибудь стен-орех. О, уже плывут. А, мои кот-камыши могут не справиться так просто. Так, волна. Вот это пошла первая волна, я так подозреваю. Да-да-да. Погнали. Ой-ой-ой, слишком быстро. Так, ладно. Кот-камыши, справляйтесь как-нибудь. А здесь мы уничтожим... А, затягивателя. Мы поставим затягивателя. Хорошо, спасибо за подарок. Растение! Наконец-то у меня хоть появится какое-нибудь растение. Нам так не подходит. Этого тоже нужно уничтожить, ребят. Мне надо еще, наверное, кот-камыши, потому что я тут вообще не справляюсь. Хотя, мне кажется... Так, вот я еще одного кот-камыша поставлю. Ох, страшновасенько. Все-таки успешно отражено. Волна номер один. Смотрите, у меня солнышки появляются после волны. Класс! Мне так нравится. Зачем я поставила сюда стен-орех? Надо было еще. Так, солнышки, да? Значит, мне нужно еще кот-камыши. Вот это я знаю точно. И потом мне на кот-камыши желательно поставить какую-нибудь хорошую защиту. Типа больших стен-орехов. Потому что кот-камыши — это главная моя сила. Главная моя защита. Ну все, погнали. Да, я готова. Я готова продолжению. Давайте посмотрим, что будет дальше. Мне даже ужасно интересно. Так, орехи. Вы как хотите, но вы должны справиться. Вы должны достоять до последнего. О, спасибо. Монетки. О, точно, я же хотела купить ледяную арбузопульту, чтобы было очень холодно. Всем зомбачкам на свете было очень холодно. Так, ну что, может что-то взорвать? Не, никого не буду. Я оставлю солнышки на потом. Ведь у меня только вторая волна сейчас. Вторая, всего лишь вторая. Может, все-таки поставить этих? Ох, мне что-то переживательно. Переживательно. Ой, здесь вообще жесть какая-то. Спасибо за монетки. Спасибо за монетки. Классно, ребята. Так, бежит. Остановочка. Ай-яй-яй, прыгатели, перепрыгиватели. А здесь бы очень, кстати, помог бы кто-нибудь. Давай, уничтожай его. А, зря я использовала еще и... мне не нравится это. Мне совершенно это не нравится. Так, что же мне тут делать? Ладно. Может, нет, не буду я ничего делать. Едят! Вот она линия, о которой нужно хорошенечко позаботиться. Так, хорошо, что я поставила все-таки этих... товарищи. А, кот-камыши, мои бедные кот-камыши. Слушайте, ну если бы не они, я бы тут 100% проиграла. Все, дальше никого не трачу. Уже грызут там, обгрызают. Ой, монетку! Ай-яй-яй-яй, монетку не взяла. Вот балда. Вообще, мне так не нравится. Я что-то совсем проигрываю. Я думаю, что нужно было поставить вот этих зернопульт побольше. Побольше. Немножко неправильно сделала. Ай, уже погрызли. Ну, пускай уже догрызают. Мне главное сейчас солнышек получить. Опять поставить какую-нибудь защиту. Но я так понимаю, каждый раз будет все сложнее и сложнее. Поставим-ка мы, наверное, еще пару защит. И сюда можно будет вот этих вот товарищей повыставлять. Хорошо. А, вот насчет кот-камыш, я прям сомневаюсь. А, что же сомневаться, 825 солнышек. Ну что, погнали дальше. Продолжение следует. Я смогу поменять высокий стен-орех, если вдруг где-то будут подгрызать. Ну, совсем будут подгрызать. Ну, давайте, мои кот-камыши. Моя задача — собирать монетки. Чем больше, тем лучше. А я уже не помню, сколько мне монеток надо.
10 тысяч, что ли, или 15 тысяч, пишите мне в комментарии. Так, ну что, друзья, зомби, это что, так много, еще даже волна не началась, а вас уже так много. И ни одна монетка из них не выпадет, ну вы только посмотрите. Одну пропустила, золотую, что, больше уже мне и монеток не нужно? А мне нужно, а мне очень нужно. Давай, уничтожай этого бегуна, отлично. Вот, кстати, за бегуна я и получила. Вот, золотая монетка, есть, уже 9 тысяч могу получить. Ох, если бы 9 тысяч получить. Ну давай. Так, может у тебя... Слушайте, у меня утяиватель, он, по-моему, бесплатный. Почему я им не пользуюсь? Вот вопрос. Ого, сколько? Это еще волны нету. А уже просто съедают, жирают. Давайте, кот-камыши, давайте. Я на вас, между прочим, очень рассчитываю. Так, лестница мне вот совершенно ни к чему. Вот, кстати, лестница мне вообще не нравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же их много! Да что ж такое, я же получу совсем чуть-чуть, а это только третья волна. Еще будет четвертая и пятая. Не, ну мне нельзя терять кот-камыш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот это вот совсем плохо. Все, взрываю, ребята. Взрываю, иначе я все свои растения просто потеряю. Ай-яй-яй, едят меня, едят. Они так быстро все съедают, вообще просто ужас. Главное, что они ничего не выталкивают. Ай, так, все, стоять. Все, отлично. Так, и растения немножко, слушайте, у меня уже некуда чего ставить. Мои кот-камыши, следующей волной, я чувствую, не справятся вообще. Солнышек прибавилось совсем мало. Даже не знаю, что делать мне. Ребят, что мне делать? Вот у меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, кот-камыш. Так, ну если еще добавить 2 кот-камыша, то у меня вообще не будет. Как их защищать? Просто не будет. А мне надо бы защититься. И в первую очередь мне надо защищать кот-камышей. Вот так вот. Это самые важные. И все. Кажется, все. Больше я не могу ничего. Так, ну, у меня еще есть 2 кабачка. Что ж, друзья, я попробую, конечно, мне кажется, я не справлюсь в этот раз. Это 3 волны отобразила я, и все, это 4-я. Ай, давайте, я еще никого не прибавила боевого, вот это мне совершенно не нравится. Если тогда мне было так сложно на 3-й волне, то что будет на 4-й, я уже боюсь спросить, что будет на 5-й. Просто боюсь, просто ужасно страшно. Так, солнышек мало. Ай-ай-ай-ай-ай, зато монеток пособираю. Вот, это хорошо, когда я собираю монеток побольше. Ну, прямо кот-камыш, мне очень нравятся растения. Может, я зря ставила вообще этих всех зернопуль. Хотя зернопуль-то мне тоже нравится. А вот грохострелы мне не нравятся. Глупость какая-то потратила, не пойми на что. Ай-яй-яй. Все, кажется, я только одного смогу использовать. Так, мы будем рассчитывать, что я хоть как-то справлюсь. Так, монетка. Ай, монетка опять исчезла. Да что ж такое? Вот балда, Ивановна. Так, ладно, уничтожай их. Вот, хоть кого-то. А, все, прошли. Сида. У меня еще и нечем. Ого, у меня еще нечем их отбить, ребята. Вот реально говорю, это беда, это проблема. У меня нечем их отбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Кажется, меня сейчас съедят вот тут, вот в этой линии, совсем беда. Совсем беда. Все, кот-камышей едят, причем очень серьезно, очень мощно едят моих кот-камышей. Линия 1, линия 2, линия 3, и я проиграла. Последний живой. Я! Что ж, друзья, я так просто не сдамся. Нет, я хочу попробовать еще раз. И надо подумать как следует. Так, ну что ж, мне очень... Во-первых, вот это вот стенорех маленький вообще не вариант. Вообще. Так, вот мне нравится утягиватель. Мне нравится кабачок. Мне нравится кот-камыш. И все-таки мне нравится... А что если... Ах, слишком дорого эти пушки. Мне нравится зернопульта. Только она какая-то медленная. Единственное ее классное качество, что она
всех зомби замедляет, и больше ничего. Что же мне взять, что же мне взять? Вот я беру вишенку. Ну, я, наверное, зря ее беру. Но мне кажется, что мне еще не хватает здесь магнитогриба. Что ж, друзья, вот так я и пойду. Да, всего лишь так. И сейчас мне нужно продумать стратегию. Так, во-первых, мне нужно очень много кот-камыша. Прямо очень много. Я вот сейчас вот сажу, и мне надо прямо, ну, очень много кот-камыша. А ну-ка, столько я смогу посадить кот-камыш или нет? Попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ай, девять, десять. Это больше, чем в прошлый раз, верно? Верно, верно, верно. Так, что ж, мне нужна хорошая защита для кот-камыша. Ах, что-то я переживаю. Нет, посажу, наверное, еще пару штук. 2000 солнышек больше нету. Так, а мне, наверное, больше и не надо. Раз, два, еще. Так, мне, чувствую, больше ни на что не останется. А, наверное, я зря так делаю. Ну, зачем я брала тогда утягивателя? 1400 солнышек. Теперь мне нужны вот эти вот монстры. Два. Так. Как бы мне это все... Потом я хочу посадить магниты. Но их бы тоже защита бы сделать. А, чувствую, уже на взрывание у меня ничего не останется. Два, три и четыре. Да, и две вишенки. Все. А это так я смогу выиграть? Вряд ли. Зачем я садила этот магнит? У меня нечем им защитить, кроме как двумя вишенками два раза взорвать. Но у меня вся надежда на кот-камыш, если честно. Давайте попробуем, посмотрим. Вот я ничего больше высаживать не буду. Просто посмотрю, смогут ли мои кот-камыши вообще справиться, в принципе. Если смогут, хорошо. А если не смогут, то стратегия моя изначально провальна, друзья. Провальна. Так, ну пока хорошо справляется, пока немного. Вот сейчас начнется действие. Ну вот, единственная у меня надежда, что все-таки магниты обыграют, магниты заберут самое тяжелое. Ну, типа всяких ведер или что-нибудь вот от этого бегуна, например. И тогда кот-камыши хорошо с ними справятся. Но это надежда, конечно. О, отлично. Слушайте, а пока что идет. И монетки мои идут. Вот что мне важно. Главное насобирать побольше монеток. Давайте. Это только первая волна. Это даже как-то несерьезно, друзья. Так. Хорошо, избавились. Вот когда их будет сейчас много, вот мы будем смотреть, как мы будем избавляться. Кот-камыши очень хорошая, мощная сила, но я боюсь, что уже едят, представляете? Уже едят. Так, кот-камыши, давайте справляйтесь вот с этими. Они еле-еле справляются, я вам честно скажу. Вот этого побить не могут, того побить не могут. Вот здесь уже пошла жара. Давай, магнит. Не, магнит не понадобился. Отлично. Собираем, главное, монетки. И смотрим, что из этого всего будет получаться. Первую волну я отразила, кстати, намного проще и быстрее, чем в прошлый раз. Значит, все-таки стратегия у меня идет по правильному пути. Так, ну давайте, монеты. О, так у меня же еще солнышки появляются, точно. Сейчас надо их грамотно использовать. А как их грамотно использовать? Да, подрихтовать, наверное, мои... Или пока не будем? Нет, мы не будем рихтовать. Пока ничего. Может, защиту поставить для магнитов? Ну, даже не знаю. Или может оставить их на взрывание? Слушайте, друзья, я даже не знаю, что мне точно делать. Давайте мы посмотрим, как будет идти ситуация. Нужно будет взрывание, будем взрывать. Не нужно будет взрывание, а поставим защиту на магниты. Пособираем еще немножко солнышек. Может, на вторую волну тоже пройдем быстренько? Было бы классно. Давайте, кот-камыши, давайте. Я на вас очень-очень-очень-очень рассчитываю. О, это газетчики, шустрые газетчики.
Так, 25, все равно. Там 25, тут 25, там доедают, тут доедают. А, пошли прыгуны, прыгатели. Это мне не нравится. Давай с прыгунов забираем и что-нибудь, нет? Все-таки надо будет защиту поставить. О, слушайте, мне даже не надо было защита. И мои магниты остались целые, это классно. Так, а вот здесь вот плохо, вот здесь вот... О, нет, хорошо, все хорошо, все хорошо. Все, не спешим, не расстраиваемся. Так, вот здесь уже похуже будет. Ладно, поставим товарища одного все-таки. Так, здесь магнит надо защитить. Ай-яй-яй. Так, магнит защищен. Это самое главное. Так, а вот здесь вот мне не нравится. Ой, это мне не нравится. Ой, это мне совсем не нравится. Так, сейчас, если он его съест, он просто так не съест. Так, ой-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 
вот тут была, затягиваем. Все, вот это вот настоящая беда. Как минимум двое должно быть. Это плохо, это очень плохо. Я не могу поставить никого так. Они съедают сразу, моментально, просто. Вы посмотрите, что творится. Так, нет, друзья, я так не смогу. Эй, котка-мышь, без Ники вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, кажется, стратегия была провальна. Это была только вторая волна. Вы посмотрите, они сожрали весь мой котка-мышь. Ну и что теперь с ним делать? Я теперь не выставлю столько. Друзья, мне придется начать игру заново, потому что это просто глупо оставаться на том же месте. Просто глупо, я не знаю, какую стратегию мне придумать. Так, ну хорошо, последняя моя попытка на сегодня. Итак, возьмем все-таки высокий стенорех, как обычно, коткомыш, куда же без него, вообще без него никаких вариантов. Что же мы возьмем еще? Мы возьмем утягивателя, кабачок, не играет здесь никакой особой роли, острый перчик и эта красота. Нет, наверное, все-таки не будем вишенку брать, будем брать только острый перчик. Потом мы возьмем вот это. Это, конечно, жесть, но я все-таки решила попробовать. И вот это. Ну и все. Больше ничего брать не буду. Я посмотрю, что мне это даст. Вообще, мне, наверное, ничего это не даст. Но я попробую. Все-таки попробую. Сажаю. Я поняла, что мне нужно посадить. Что ж, я-то посажу. Вот так. И еще раз посажу. Вот так. Да. Но я не уверена, что это меня спасет. Ну, хотя бы штуки 3 попробуем. Вот так. Это дополнительная взрывчатка. Теперь котка-мышь. Ну, сколько сумею, конечно. И пару штук на взрывчатку нужно все-таки. На защиту надо котка-мышу. Обязательно надо на защиту. Иначе ничегошеньки не получится. Котка-мышь любит, когда его защищают. Без этого вообще никак. Все, у меня 900 солнышек, больше вообще без вариантов. Так, что же мне делать? Ну, мне еще хотя бы защиту надо поставить. По одной защите. Вот так. А одной мало. Еще бы по одной, но... К сожалению, у меня ушло все на вот эти вот красавцы. Это, конечно, глупость какая-то, но... Наверное, оно не имеет смысла... Котка-мышь не справится, надо будет взорвать по-любому. Надеюсь, что они взорвут хотя бы что-нибудь. Ладно, попробуем поставить все-таки еще два, чтобы хотя бы мои котка-мыши были на месте. А здесь придется все время стрелять, стрелять и стрелять. Так, эта линия вообще не защищена. Я даже не знаю, что туда ставить. Магнита гриппа нету. В общем, все. Как решила, так и будет. Вот так вот. Будем как-то так делать. Сейчас посмотрим вообще, куда он будет стрелять, если будет стрелять. Ну-ка, давайте глянем. Ага, на одного стрельнул. А если их будет много? Так, ну вот пока тут котка-мышь справляется однозначно. А там будем посмотреть. Ну вот, например, много. А ну-ка, оно взорвет? Ай, да что ж такое, котка-мышь, подождите. Во, оно взрывает много, отлично. Правда, перезаряжается долговастенько. Ничего. Через время перезарядится. Давай на вот этого вот. Ого, да, заряжается, мы заряжаемся, конечно, не очень.
Сразу двоих надо. О, отлично, двоих уничтожили. Ах, зарядочка, что ж ты так долго заряжаешься? Вижу, вижу. Перезарядка. Давай, если их съедят, они тоже очень быстро съедаются. Ну что, если оставлять все на последний момент, вот взять, например, так как моим даже не подойдете вы к этим красавцам. Итак, вот на последний момент мы сейчас оставляем. Вот у нас пошла волна здесь и здесь. А, и вот этого приятеля я не думала, что... А, все-таки они справились. Хорошо. Слушайте, мне так нравится. Так, утягивай. Эй, утягиватель! Так, не ставим утягивателя. Солнышек побольше. Ну что, может, защиту хотя бы одну какую-нибудь поставим? Или не будем? Ай, боюсь я без защиты жить, честно скажу. Или на еще один... Боюсь я без защиты. Ну что, надо попробовать еще раз, а потом посмотрим, что будет. Так, ну вот как угодно, надо справиться. Во-первых, здесь ставим утягивателя. Это уже большой плюс. Утягивателя, в принципе, не жалко монеток. Так, кот-камыши, вы должны здесь справиться, как хотите. Вам понятно? Как хотите. И мне надо побыстрее, чтобы утягиватель появлялся. Кот-камыши, давайте. А, кажется, не справится. Так, о, уже едят, вы понимаете? Уже едят. Ладно, будем взрывать. А вот это мне не нравится. Эй! Добегает вообще. Очень быстро, вообще очень быстро. Так, ну что, тут кот камыши справится. А вот то, что тут едят, это мне... Утягивай давай, хватит его объедать. Так, здесь пока справляемся. А-а-а, вот бегуны. Мне вообще бегуны... Мне бегуны не нравятся вообще. Давайте, справляйтесь с бегунами. Сейчас волна пойдет, мне нужно... А-а-а, вот она и волна. Утягивателя нету. Так, где тут больше всего? Сейчас бегуны пойдут. Ну, давайте сюда. Так, отлично, утягиватель есть. Хорошо. Так, сюда. Отлично. Вот съедают, видите, что творится. Е-е-е! Две волны отразилось. Только у меня нету совершенно солнышка. Почему у меня нету солнышка? Я куда поставила все солнышки свои? Ох, да, это сложно. Так, я еще одного орешечка меняю. Ну да, не накопить мне солнышек. Вот вам честно скажу, не накопить. И кого я защитила? Надо было защищать того, кого надо. Ладно, продолжаем. Попробуем еще разочек. Вторая волна тоже прошла. Более не менее, я вам скажу. Главное, чтобы мои орешки были в безопасности. Ну и, конечно же, эти вот кукурузные пушечки. Сложно, сложно, ребят. Вообще очень сложно. Если сюда стрельнуть. Пока он все равно. Во, отлично. Так, и утягивателя сюда поставим. И сюда стрельнем. Вот так. На эту клетку. Отлично. Тут мы справились. Слушайте, когда есть вообще подмога, это очень клево. Но когда есть подмога. А, вот они сейчас. Ай-яй-яй, давай, уничтожай. Вот, тут уже похуже будет. Эх. Мне некого поставить. Совсем некого. Давайте, давайте. Так, отлично. Вот тут вот есть. Хорошо. Бабах. Отлично. Здесь сделали уже все свое дело. Так. И вот тут сюда. Давайте, давайте, давайте. Не дать, не дать пройти. Есть. Вот только беда. Вот сейчас только пошла волна. А у меня на волну вообще никого нету. Это очень сложные товарищи. А-а-а, вот это было плохо. Утягиватели нужны, утягиватели. Давайте, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот здесь вообще жесть какая-то. Сейчас, если он его съест, то все. Бах. А, не съел. Слушайте, я не доверяю своим собственным камышам. Так, мне нужно... А, мне что-то нужно с этим делать. А, ребята, я прошла третью волну. И мне нужны стенорейки. Вот это я знаю точно, что мне нужны стенорейки. Раз и два. Все, все, на что я способна. И 25, все, больше нету. Это четвертая волна, друзья, четвертая. У-у-у-у.
Ох, ну, будем стараться ее переживать как-то. Не знаю как. Если я... Ладно, сюда стрельнем. Ставим пару оттягивателей. Вот когда так удается прям удачненько взойти, чтобы вообще никто никого не трогал. Во, видите, как удачненько вообще. Вот так бы на волну сыграть. А сейчас будут посложнее. Бегун. Мне не нравится бегун. Вот я вам честно скажу. Бегун мне не нравится. Он очень быстро... Вот, видите, побежал. Вот сейчас он съест. Давай. Уничтожай, уничтожай. Бегуна уничтожили. Так, и теперь здесь. Волна, вот этот прыгун еще один. Так, вот когда мы уничтожаем, вот здесь надо быстро. Бах, отлично. Вот когда их много, мы их уничтожаем. Давайте. Кот-камыши, я на вас рассчитываю. Я на вас прямо очень сильно рассчитываю. Бегуны мне все равно не нравятся. С бегуном они просто не справятся. Так, давайте, пушечки. Пожалуйста, вот сюда. Одни пушечки. Бегун. Нет, он сейчас съест моего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, только не это. Уничтожила толку. Все, у меня меньше. Ай, у меня меньше. Все идут. Сейчас они меня уничтожат. Есть, не уничтожили. Как-то справилась, не знаю. Но кот-камыши пострадали, серьезно. Все, они съедают мои кот-камыши. Да, весело. А солнышек ноль. И ничем я помочь своим растениям не могу. Да, друзья, мне нужна ваша помощь. Вот реально говорю, понимаю, что пятую волну я не выживу. Однозначно. Даже если я поставлю защиту кот-камышам, у меня уже меньше на одного кот-камыш, у меня уже меньше на одну пушку. Это вообще нереально. Я, конечно, могу попробовать. Ради вас только, мои дорогие подписчики. Только ради вас. Погнали. Вообще не знаю, здесь кого поставить можно на эту линию. О, смотрите, что творится. И сразу будет много, и сразу будет толпа. Может, на них вообще не обращать внимания, пока они не выйдут хорошенько. Вот сейчас, например. С одной стороны. И сейчас с другой стороны. Ну и ждать теперь 1000 лет. А, надо было пособирать. Так, ладно. А, вот и бегун. Бегун нас съест. Однозначно. Спасибо за монетки. Спасибо. Кажется, это все. Друзья, ладно. Что смогу, то сделаю. Сейчас эти два бегуна меня и уничтожат. От бегунов надо спасаться, ребята. Спасаться магнитами. Однозначно. Все, толпа, я не дожила. Да. И если не вы, мои дорогие подписчики, я буду реально последней живой. Да-да-да, последний живой. Подсказывайте мне стратегию. Я вас очень прошу, подсказывайте мне, как мне в следующий раз выиграть, потому что в этот раз у меня, ну, ничего не получилось. Моя стратегия провалилась. Но я хотела бы еще кое-что посмотреть, прежде чем завершить нашу игру. Давайте посмотрим, сколько же стоит наша ледяная. Вот, 10 тысяч, а у меня 10210 монет. Друзья, я ее покупаю, да. Кстати, пишите мне в комментариях, может, именно ледяная арбуза-пульта и поможет выиграть мне в этом ужасной мини-игре. Ну, а с вами была смелая болтушка-веселушка. До новых встреч!